Музыкальный фольклор, социально-культурная деятельность, менеджмент, этнопедагогика – все это изучает магистрант Казанского федерального уже не первый год. Свои знания юная исследовательница собрала в работе, где рассмотрела фольклорный ансамбль как часть просветительской деятельности разных народов. Ее доклад был признан лучшим на 23-й международной научной конференции «Ломоносов», проходящей в МГУ. Я изучаю функционирование татарских музыкально-фольклорных ансамблей на территории Волго-Уральского региона. Также для практической части изучаю литературу по социально-культурной деятельности, по музыкальному фольклору, менеджменту, также по этнопедагогике. К слову, что касается практического применения, то в планах у студентки продолжать развивать свой проект, а также включить результаты своей работы в литературу по фольклору и культурологии. В дальнейшем же планируется направить работу в русло менеджмента. Мы с научным руководителем создадим свой проект создания и функционирования татарского музыкального коллектива. Что касается менеджмента, вот как раз-таки, как я уже сказала, создание и продвижение своего проекта, своего ансамбля в культурную деятельность Республики Татарстан и в Российской Федерации в том числе. Как отмечено в докладе Раисы, в наши дни крайне необходимо развивать исконную татарскую культуру. Возможно, для этого будут хороши все способы, в частности, проведение фестивалей, конкурсов, которые позволят вызвать и сохранить огромный интерес среди молодого поколения не только республики, но и всего мира. Аделя Мухаммедшина, Ленар Давлетьяров, Универньюз.